Красноярского солдата вернули из плена ВСУ. Об этом рассказал депутат Госдумы Юрий Швыдкин. Он отметил, что из украинского плена удалось вернуть 40 человек. В их числе и наш земляк Павел. Кто он и откуда, парламентарий рассказывать не стал. Главное, что на родину вернулся. Депутат пояснил, что именно Павел был на широко разошедшемся в сети ролике с пленными, которые распространяли в телеграм-каналах. Напомню, о нескольких историях спасения наших земляков сообщалось и в прошлом году. Но обычно никаких подробностей о них от официальных лиц нет. Редактор